канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2015 году убежища в Германии может попросить около 800 тысяч человек. По ее словам, в настоящее время на первый план в Германии выходит именно проблема помощи беженцам. 800 тысяч человек, которые в этом году могут приехать в Германию, это самые свежие прогнозы, сказала Меркель на пресс-конференции. Согласно данным, обнародованным на прошлой неделе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2015 году более 300 тысяч человек предприняли попытку нелегально перебраться в Европу. Более 190 тысяч беженцев смогли через Средиземное море добраться до Греции и Италии, однако при этом погибли примерно 2,5 тысячи человек. 800 тысяч человек, которые в этом году могут приехать в...